Всем доброе утро. Вышли погулять. Малик бежит с Бобиком. Улетает. Аккуратно, машина едет, Малик. Улетаю. Аккуратно. На гамушке. Аккуратно. Упакован. Аккуратно. Давай, Малик, давай. Вот так вот продают яйца и овощи. Расхожее очень мнение о том, что для того, чтобы выйти замуж за мусульманина, девушка должна быть мусульманкой. Девушка не должна быть мусульманкой, она должна быть просто верующей. Кто она, христианка, иудейка, это не важно. Мы сейчас с Малик пришли домой и купили вот такие вот фитиры, кстати. Кто не знает, сейчас покажу, очень свежие. Свежие, маслянистые, они очень вкусные, слоеное тесто. Да, утренние, потому что сейчас утро у нас. И вот такие еще купили. Вот такие вот мы сейчас с мамой сидим, пьем. С кофе, с чаем. Булочки тоже очень мягкие, с сыром. А фитир, вот его можно есть, кстати, вот этот. Можно есть его и с сыром, с колбасой. Кому как нравится. Я просто так с кофе. Вот такое слоеное тесто. Очень вкусно. У нас такая погода, наверное, не видно. Видим, песочная буря. Дует такой порывистый ветер. И вот такая, как дымка в воздухе. Сейчас покажу. Видно, не видно. Передает камера, не передает. Сейчас иду в магазин. Такой ветер. И воздух, вот видите, вот как бы даже видно по лампам. По освещению видно, что такая пыль в воздухе стоит. И вот попадает песок в глаза даже. Я уж не говорю, то, что с легкими делается. Сейчас пошла в магазин купить что-то поесть. Дэнни должен подойти мне помочь. Кстати, интересные появились такие новые орешки, всякие это вот на Рамадан, всякие тут и чернослива, и изюм, и орехи, что-то. Так, ну я уже сходила в магазин, Дэнни подошел. Единственное, мне часть денег хватило, часть мне пришлось платить с карточки. Вот, овощей я не купила. Хотела купить овощей, купила только необходимое такое. Так, я пришла домой. Сейчас покажу, что купила. Овощей не купила, мама, овощей там не было. Купила вот такой крем Нутелла. Нутелла стоит 52 паунда. Нутелла крем стоит 52. Фарш купила полкило. Полкило стоит 41 фунт. Килограмм стоит 81. Купила куриное бане. Бане без костей. 76-75 стоит килограмм. Купила дальше. Что еще купила? Купила наггетсы. Наггетсы еще взяла. Мария, значит, взяла наггетсы. Бане полкило. Этого фарша полкило. Нутелла 50 паундов он стоит. Андоми. Андоми. Так. Сыр. Сырий. Сырий. 128 паундов килограмм. Жалко такой сыр на макароны. Лучше брать этот такого творог и салями. Салями стоит 135 фунтов. Я взяла квартер. Ну и немножко сладкого здесь. Все. Вот такая сегодняшняя покупка. Все, всем пока. I can feel it. Somewhere inside haunting
Like a drug I keep on wanting. There's a love that fits so perfect, it's hard to believe. There's a reason I can feel my heart stop beating, and the air gets tough just breathing. I'm alone, but I'm still feeling like someone's with me. It's strange. Time is unfair, 'cause I know you're out there somewhere. Patient waiting on whoever. Feeling like your grip might slip too soon.